Привет, ребята, у нас зима. Вот машину отморозили. Сейчас надо выехать, как все будет. Сугробчики стоят, откопали. Красивый кадр, да, мостик поднимается. Сейчас металломщик выгрузим. Вот это вот все. Ну что, надо освободить. Тут, блин, понимаешь, сколько чего. Надо развалиться. Где медь, где движки? Блин, там эти куда приволок еще шарбанку, блин, вот движку. Духовой шкаф, что ли? Сейчас выкинем здесь. Вон электротен еще хороший. Так, барахлишко выгрузили. Это все надо разбирать. Не знаю, что это такое. Сними уши-то, блядь. Че, блядь? Маску сними. Ну давай, коляй, пока не сделаем. Там, динамо здесь, че? Ты его снимаешь, да? Да, давай. Здравствуйте, пацаны. Вы, наверное, меня помните? Я давал прогнозы на чемпионат Европы. Я сказал, что Италия будет чемпионом. Я знал. Как они порвали Хорватию или Хорватию. Ну, сейчас я вам даю прогноз на матч. Матч века. Я считаю, ну, не может быть не века, но столетие точно. Посмотрите. Что вы думаете о Кубе, о футбольном Кубе «Зенит»? «Звенит»? Нормально. Что дело? Три раза стали чемпионами, такие подбавили друг друга. Нет, нету этого ключа. Пиздец, как открыть-то? Ну, давай быстрее-то. Ключ-то я забыл. Да хоть ты лох, потому что. Давай. А «Динамо»? Кстати, пацаны, следующий матч «Динамо-Зенит». Матч за выход в Лигу чемпионов. Короче, пацаны. Я профессор. Николай Ревкин. Профессор, поставка. Я вам говорю. Выиграет «Динамо» Москва. Похуй мне, Денисовцы. Поградусы, ставьте, что хотите. Я вас залил на «Динамо» 100 штук, 1000 рублей. Я на них ставлю.
и они выебут этот Зенит, как сучка Грёву. Потому что по сферам Динамо будет на первом месте. Она крутая команда. Посмотрите, сейчас Динамо, Зенит, Зенит, Динамо. Между клубом Динамо и клубом, то есть Сочи там, или клубом Казахстан. Какой-то разрыв. 8 очков. 8 очков у них. Ну, понял. Так будет, блядь, больше разрыв. Знаете, когда, как в английском языке, типа, три команды борются, Ливерпуль, Челси, Ливерпуль, Челси, у них провал, того, ты не зову, дорогой. Так вот, вынуждены будут разрыва. Динамо выиграл. Потом сыграет ничью. Но Динамо в этом году вывезет. А знаете, как гал не вывез, как это? Знаете кого? Константин Зуба. Он ебаный пидор. Идите нахуй, сука. А что думаешь по свежему матчу? Зенит Челси. Зенит Челси. А я думаю 0-3. Челси, да? 0-3, да, 0-3. Ну нормально, нормально, я тоже думаю. Откройте, пожалуйста, ключ забыл. Откройте, ключ забыл, просто вышел без ключа. Ну все, короче, Зенит, это сегодня пролетит. Сегодня? Ну давай, надеемся на Челси, короче. Смотри, что Динамо. Я больше за Динамо. Понял. Ты снимаешь, да? Снимаешь, да? Динамо Москва. Против Зенита. 1-0. А Динамо больше не надо. А Челси сегодня? Челси. 0-3. 0-3, да? Зенит. Будет забивать 3 игры подряд. Да. Эту игру Челси не будет забивать. Да. Динамо не будет забивать. И следующий ты сбережешь, тоже не будет забивать. По рулям, что ли? 3 игры не будет. Знаешь что? У них нет нападающих. Да. Зима, что ли? Раньше был Зуба, да, он вырежет, вот, хорошая команду, он забивал голы, он хороший. Появилась ниточка у Наруто, и реально появилась ниточка. Но сам не понимает, и он как лох. Как ядрос. И он появилась ниточка. Потому что лох холодный. Ну давай, все. Холодный. Давай, не смотри. Все, пока. Давай. Я вошел. Все.